Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам за победу. Вот небольшие такие угощения. Да. Давайте рядышком поставим. Спасибо большое. Накануне Антонина Дмитриевна Соколова долго не могла уснуть. Волновалась. Ей сообщили, что она участница акции «Мособлгаз ветеранам Великой Отечественной войны» с благодарностью за победу. А значит, жди гостей. Большое спасибо за все, что не забываете. Ой, все пережили, все пережили. Отец погиб, мама умерла рано, в 44-м. Мы остались сироты, две девочки. Ну, правда, четко у нее не было детей, так соблюдала нас. А так пережили, все, работали как лошади. И в колхозе я в Мучищах немного жила, на квартире в типографии работала. Когда взорвали там тогда этот завод, забыла, как силикатный. Вот тогда взрыв там был, я там была как раз. Мособлгаз решил не словом, а делом отблагодарить всех тех, кто ковал великую победу. Не сдался, несмотря на тяготы и лишения. Участники акции – это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком, житель блокадного Ленинграда. Акция также распространяется на абонентов, имеющих постоянную регистрацию в Московской области. Условия акции подразумевают собой это бесплатное обследование газового оборудования, бесплатная диагностика газового оборудования, бесплатная замена газового оборудования при необходимости. В этом доме под замену котел, краны и подводка к варочной панели. Внучатый зять Антонины Дмитриевны Соколовой в целом мужчина мастеровитый, но с газовым оборудованием знаком на уровне обывателя. В подобном деле требуется профессионал. Даже специалистам Мособлгаза необходимо несколько часов на то, чтобы демонтировать старые устройства и установить новые. Тех, кто не занята работой, хозяева угощают выпечкой. Антонина Дмитриевна, как принято в семье, вспоминает военные годы. Оказывается, в этот дом 92 года назад ее принесли младенцем. Здесь, в деревне Бородино, она выросла. Вместе со всей страной пережила 1941-1945. Вся улица была снарядами, завалена ящиками. Вся улица. После 11 уже никуда не выйдешь. Война-то была. Окна все были из соломы, и сделаны такие щиты, специально проверяли, чтобы щелки не было. Что, самолет-то летали? У нас здорово били из коленей, из-под липок. Здорово били. Даже на крышах стояли зенитки-то. Вот у нас липы-то стоят, деревья-то. Прям в липу осколки врезались. И в подвал в другой раз залезешь. А у нас окно большое. Ну так, ну ничего, все пережили. Ой, слава Богу. Сегодня Антонина Дмитриевна окружена заботой и любовью близких. И все же внимание, казалось бы, незнакомых людей ей очень приятно. Кроме того, подарок Мособлгаза для нее – возможность поддержать свою семью. У нас тоже идет стройка, и затратов очень много, и двое детей. И как бы, и, ну, хотелось бы замена оборудования одновременно, но все сразу не бывает. Ну, здесь такой сюрприз. Очень приятно. В течение года газовщики посетят порядка 200 адресов. Напомню, проверка и замена газового оборудования всем участникам акции «Мособлгаз» ветеранам Великой Отечественной войны с благодарностью за победу проводится бесплатно. Чтобы не стать жертвой мошенников, детали уточняйте по телефонам горячей линии 8 800 224 09 или 8 498 687 47 04. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.